Миллионы людей в России и в других странах мира по доброй воле прикрепляют георгиевскую ленточку – условный символ военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. 5 мая в Электрогорске георгиевскую ленточку раздавали всем желающим. А уже 6 мая сотни людей вышли на городской бульвар, где проходило большое официальное мероприятие под названием «Весна Победы». Это добрая традиция для вас, дорогие наши ребятишки, чтобы вы помнили своих дедов и прадедов, чтобы вы помнили, какой ценой досталась нам эта великая победа. И, конечно, мы счастливы, что мы живем в нашей великой России, в нашем любимом Подмосковье, в нашем небольшом, но красивом и любимом городе. И то, что рождаются здесь дети, то, что мирное небо, то, что вы учитесь и созидаете, и это огромное счастье. Присутствующих с наступающим праздником также поздравила депутат Государственной Думы Валентина Кабанова. Для всех, кто пришел, была организована раздача георгиевских лент и подготовлена культурная программа с поэтическими и музыкальными номерами. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу, я так давно. Эта и подобная акция являются, прежде всего для молодежи, своеобразным напоминанием того, кто был победителем и освободителем, и какую цену заплатили наши предки за то, чтобы мы и миллионы людей по всему миру могли свободно жить, думать, высказывать свое мнение. Мы должны знать, помнить и чтить великий подвиг наших предков.